Я собираюсь в поход. Погода соответствующая. А вот и град пошел. Начинается мое очередное велопутешествие, в этот раз уже с вокзала. У нас есть несколько вариантов, либо 4 дня, либо 7 дней, либо 10 дней. Велики наши спакованы, в поезде я впервые ехать буду. У меня 4 сумки, а у Максима был. На поезд номер 143. Вот мой верный конь запакованный. Хотя это Лиден Прайд. Так что посмотрим, что с этого выйдет. А мы все едем. Спалось, конечно, так не особо хорошо. Практически не спал. Мы сегодня, видать, меньше проедем и раньше станем на ночь. Первая остановка в Грачанах. Вернее, не первая, а первая, на которой я вышел. Вон Максим за мной наблюдает и сало ест. Потихоньку движемся. Туман, конечно, стоит тут. У меня одежды не особо много. И у нас маршрут рассчитан на грунты. Я надеюсь, дождей не будет. Подъезжаем мы к Каменцу. А здесь уже такой ландшафт шикарный. Вдалеке видно типа горы. Ну, камера, конечно, этого не передаст. Солнце уже светит. Не везде, конечно, так с прояснением. Так что скоро будем выходить. Мы приехали. Сейчас пакуемся. Опять в походное положение. Так, начались первые километры моего нового велопутешествия. Нахожусь я в Каменец-Подольске. Маршрута я не знаю. Маршрут рассчитан примерно 10 дней. Я надеюсь на 10 дней. Пока едем. А дороги здесь, конечно, убитые в хлам. Хотя сейчас, мне кажется, дороги везде убитые. Так, первое впечатление от города не очень. Ну, получается, мы только от вокзала отъехали. Так что судить пока рано. Дорога здесь из брусчатки, поэтому мы едем по тротуару. А город зеленый. Чуть свернули в сторону, и, честно говоря, мне уже начинает нравиться. Правда, дороги, тротуары здесь не особо. Так, а это мы в центре. Я так понял, едем в Стара Фортеца. Максим, мне кажется, по дороге будет более удобнее. Тротуар убитый в хлам. Гляньте, какие тротуары. Одни ямы. Я так понял, этот город вообще не для велосипеда. Дороги, брусчатки, тротуары убитые, плюс подъемы, спуски. По поводу дорог и тротуаров, конечно, все плохо. А вид-то здесь шикарный. Смотрицкий каньон. А что за река внизу? Река. Ух ты, а там скалы.
Здесь все, конечно, закрыто. Но я решил зайти. Ох, а страшновато. Каньон в Каменце. Вид, конечно, шикарный. А вот вид из моста. Завораживающее. С обеих сторон скалы. И это что-то здесь добывали. Камень какой-то, видать. Это рукотворный каньон. Один из замков. Я так понимаю, впереди это часовня какая-то. Или час собора. Карета. Мусорки в виде пушек. Я так понимаю, это старый город. Так, куда Максим ведет? Собор какой-то. Так, заедем, посмотрим, что это. Решил я здесь слезть, потому что как-никак собор католический. А здание старое. А я вижу, виды просто шикарные. Сейчас подойдем, посмотрим. Церковь. И что и? Яр. Весь город видно. Так, тут Максим мне показывает, с другого ракурса надо зайти. Сейчас посмотрим, что там. Ух ты! Теперь я его понял, что он хотел мне сказать. Камера, правда, не передаст. Замок. Замок и каньон. А вдалеке там какие-то погреба или... Даже не знаю, что сказать. Не получается здесь нормально ехать. Очень много красивых мест, красивых зданий. Проехали буквально метров 30. Надо запечатлеть. Пытаемся снять Александра. Ровно, ровно стал. Александр дает мудрые советы, как его снимать. А вот тут вид сейчас будет просто шикарнейший. Замок. У меня просто нет слов. Просто шикарно. Ну, я думаю, в замок мы вряд ли попадем. Там вход платный. А даже если и... Допустим, бесплатный вход, то с великами нас туда точно не пустят. Ну, я, как обычно, залез
залез наверх. Максим рассказывает нам, опускаться вниз надо. И где-то по этому, как его, яру держать путь. Хотя я не вижу, как ты спуститься вниз. Дорогу-то я внизу вижу. Так что сейчас что-то будем думать. Ну и я на фоне. Так, ну а теперь едем где-то едем, короче, вниз. Тормоза я опять тут сейчас спалю. Забрались мы наверх, ну пока еще не на самый верх, и решили полазить по этим, я даже не знаю, как сказать, погреба, видать, были, подземелья какие-то тут. Велики оставили вон, ну за ними присматривать, конечно же, будем. Фонарик я взял, но я не думаю, что мы далеко заходить будем. Да. Хотя не, вон что-то есть туда. Насана. Другой, ну, 13, там темно. Смотри туда, направо. О, там есть какой-то ход. Включай фонарик. Да, только у меня фонарик плохо. Бля, надо было свой снять. Так, ну здесь. Ого! А, там он свет. Туда там выход. Так, ну туда не пойдем, потому что это далеко от великов. Не, я сходил. Или пошли. Посмотрим. Так, а что здесь? Здесь выход, вон вход еще куда-то. Нет, никуда. Там глухая, да? Да. Ну, все, что-то на долине везде. Да, здесь все. Так, еще хочу сходить в другую сторону. Посмотреть тут. О, здесь сено. Здесь более цивильно. Тоже вон есть ход. Я примерно уже догадываюсь, куда он идет. Там, где мы были. Я, правда, не знаю, видно или нет. Скорее всего, не видно. Что там? А там, получается, уже, Максим, выход тот, который мы видели с той стороны. А-а-а. То же самое он. Ну здесь, видать, сено кто-то хранил. Да вот они, наверное. Наверное, этих туристам лошадей еще катают, наверное. А здесь на ночь офигенно оставаться. Солнце заводит. Да, только вот это мне не нравится. А, ну да. А что там? Аварийная делянка. Кирпичи тебе на голову упадут. Ну да, тут как-то опасненько. Так, ну а теперь пойдем к этим. Как я называю погреба, я так думаю. Максим? А Максим думает, что здесь были снаряды для пушек. Кто прав, неважно. Главное, мы здесь побываем и посмотрим. Тут непонятно, что. А может, это было типа как камеры для, как его, пленников. Мне кажется, это более логичнее. Камеры для людей, которые не слушали. Да, они все одинаковые. Они все абсолютно одинаковые. Так, и надо ж наверх туда забраться. А лучше, наверное, даже туда. Пойдем на горочку.
Хотел я туда, на ту стенку забраться. А здесь еще выше есть, куда можно зайти. Да, вид прекрасен. Этим местом я очень доволен. Так, а теперь спускаемся в каньон в этот. А только как мы спустимся здесь? Тут предстоит экстремальный спуск. А вот с другой стороны замок этот. Так, ну я ж не это хотел показать. Вон там внизу идет дорога, и нам надо туда. А здесь спуск. Вот такой вот, не знаю, как сказать, серпантин. Ну, туда вряд ли мы пойдем. Да, там круче. Видать, туда. Пологий. Не знаю, как это будет происходить. Снимать не буду. Максим решил на велике опускаться. Я не могу представить, как тут на велике можно опускаться вниз. Только пешком. А вот здесь уже можно ехать. Так, Максим что-то заметил. Или это он меня просто ждет? Перегрел колодки, да, Максим? Да. Да, вид отсюда шикарный. А я потихоньку поеду вниз. Хотя тут пешочком желательно. У меня колодки стоят новые. Тормозные колодки, я имею в виду. Но они с Китая, с AliExpress. Насколько их хватит, не знаю. Поэтому лучше поберечь их. Прохлада здесь какая. Так, надо сейчас встать в тени где-то и Максима подождать. Не отпускает нас этот замок. Спустились вниз в каньон. И здесь деревянная церковь. Что это? Ну, это церковь. Задвиженская церковь, 18 столетие. Максим говорит, Задвиженская церковь, 18 век. Деревянная, старинная. Максим, я вижу вон колодец. Может, воды наберем?